нашим играм. Эти корейцы быстрые. Корейцы эти очень быстрые какие-то. Да? Ребята, ребята, не видно там. Ребята, я не слышу. Ты должен будет ругаться, что ничего не видно. Сережа, попроси пацана, чтобы они отошли немножко. Да, немножко сдвинулись, скомпоновались. А потом не видно будет запись. Жан, можешь, пожалуйста, сказать ребятам, чтобы они ворота сюда, пацаны, пацаны, замены! Замены, ворота, ворота, встаньте, ворота туда. Не, не видно на фильм. Вы что сказали, что не сказали? Никто ничего не понял. Эй, Давид, ребята, встаньте ворота, не видно на камеру. На него сразу. Денис, не бросайся, не бросайся. Денис, Слава, ты двинь туда. Игроков, ты меня оставляй. Настолько, настолько погружена в игру, то что это. Даже. А мне столько сейчас вообще в игре. Я на прошлой игре настолько сонно, непонятно вообще было мне за погода, и вот такая вот вся была. И я 3 минуты снимала без нажатия кнопки. Типа, я с ним видела просто вот так вот с телефона, и он не снимал ничего. Женя! Жек, а зайдите в ворота туда или на ту сторону, не видно. Ну, болельщики наглые. Ё-моё, какой он! Что это за корейский Рональдо? Да, это корейский.
Я вообще в шоке с него. Вообще он... Кто это? Восьмой номер, загасите. Давай! По-любому. А можно сейчас? О, да. Грязно играть. Могут, но маловероятно. Да, да, там Атлетик играют вот на том соседнем поле. Атлетик. Там за них Ринчин играет. Да. Сейчас там? Thank you.
Лаки забил вроде. Лакушка. Ближе, ближе к нему. Саня. Мазью размазал себя сейчас. Мы же вчера пошли, я с Сережей. На веловке, да. Чем понравилось там? Ну вон Сережа сказал, мне очень понравилось. Сказал, что там нужно обторчаться, чтобы... Да. Это нормально. Нам там будет как хаос. О, нормально. Да. Прикольно, что Сережа просто понтуется много. Он сказал, что его еще не нужно. Сереж, ты бы сломался тогда. Он реально просто смотрит трубочку, которая... Ой, он приезжал, покурил, он сказал, что не ставил. А он не вдыхал, он только губами двигал. Я видела его пары, выходил за... Губами двигал? Да, да. Просто он возле барной стойки, либо его очень накрыло, либо он врет. Потому что он стоял всю ночь возле барной стойки и двигался. Я как лучше накрыла тогда. Сережа, ты мне что-то не договариваешь? Я тоже накрыла просто. Мне иногда бывало, когда меня сильно очень накрывало, я просто сидела и молчала весь вечер. Ну да, мы просто сидели, пошли и пропускали.
Я еще не могла танцевать, потому что у меня рука же была. Ваня, ты сама-то вену не надорвала. Я через фур одета из этого места была. Ну... Такая, знаешь. Мадам такая, да? Там пара людей были, но они еще типа с работы. У них была work-party, короче, они потом... Work-party в тех хаус? Они одеты, да, они были одеты в тех, ну, таких... типа all dressed up, like dress shirts and stuff, and all the dress up. Нам забили. Heels and dress. Я не знаю. Так это доброе. Неправильно поставил. Ну ты шутка, он бегает или что? Да? Ты решили не звонить? Она тебе в Инстаграме заблокировала или где? Где ты заблокировала? В телефоне. На Инстаграме, не знаю. Я вижу. Чё, как выходные? Нет. Стабильно, бля. Там написали. И отметить её ещё. Нахуй мне надо. О, бля! Ёпта. Два подряд. Если сейчас этого не будет, то плей-офф они не выйдут. А ну да, ну следующий, следующий. Что за следующий? Я ведь Никита, они не хотели. Блядь, да догоняйте такие. Не, ну, а что делать? Ну, правда, далеко вас. Это сейчас уже четвертьфинал, но они не пойдут на следующую игру. Это сейчас на вылет, насколько я понимаю. А где Уля? Вот это. Лица. А? Хоть лица. Хоть лица. Опять стали в ворота. Переводи, переводи, Жанна, влево. Сейчас пойдем. Еще можно быть в ничью. Там еще... А, сейчас пенальти будет, если они в ничью выйдут. Мы их ёбнули 6-0 последнюю игру, ну, предыдущий тур. Я боюсь, что пацаны придут слишком злые, а наши слишком расслабленные.
потом наебут нам два ранних гола, а потом мы хрен не забьем. И будет сложно играть. Грабан, что я так не могу. Кто так играет? Вот кто так играет? А чего без комментатора? А? Чего без комментатора? Просто смотришь, комментировала бы. Я всегда комментирую. Был бы твой влог. Влог? Что, блогером стать? Блогером. Блогером. Я не понимаю, кстати, смысл этих влогов. Просто чуваки показывают, за что они едят, что они надевают за день. Как-то никак. Нет, не блогеры, мы про влогеров говорим. Которые... Блогеры тоже можно экстремальные спортсмены. Да? Я про машины смотрю. Нет, я смотрю... А как этого зовут? Давыдыч или как-то? Которого посадили, да? За что его посадили, кстати? За спекуляцию? Фига быстро, блин. Надо его ломать. Чё ты после... дела, я ж не пью. Да. Побежал. Каково это? Прикольно. Это классно? Да. Ну, как бы проснулась, когда я вчера аутсмотрела. Просто проснулась и улыбнулась. Проснулась и улыбнулась, когда я начала. Совсем иногда. Я даже не знал, что он представляет защиту. На турнире он ни разу был в защите. Я его. Что они такие? Что? Они как пушки, не фигурные. Роботы какие-то, да? Они по-любому какие-то роботы. Скорее, штопали там на это клонов на заводе, да? Побежала в горку, я так офигела. И мне классно бежать было, еще такая...
Не понятно, еще по-любому отдышки нет, да? Еще какой-то привозил откуда-то. Там был orange and ginger. Yeah. Ничего себе, как он отбил. Я потом встречу сделаю кого-нибудь.
Пошла в One Love, там так, ну, типа, душно было, не нужно. Да, что всегда, да-да-да. Потные тела вокруг, да. Пиздец. А я вчера, у меня из-за моих натуральных кудрях, чтобы мне сделать красивые локоны, такие крупные, мне нужно их сначала выпрямить, а потом закрутить. Вот, и я вчера сначала выпрямила. Ну что я кудряшки делаю этим выпрямителем вообще? Нет, пиши. Покажите именно как закручивать. У меня вчера тоже закрутила. Это у меня потом у меня только на улице вышла. Вот было, и у меня были да? Очень. Когда пошла еще домой обратно, когда была ловка, то это шутка. Я попала под дождь. Да. У меня... А я взяла зонт, у меня дождя не было ни разу. И у меня они сначала начали быть такими, типа, соу-пав. Типа, ну реально. Я дуванчик такой стала. Я взяла немножечко этого стайлера, прилизала, и они получились прилизанные немного. Так, это кому засчитал уже? Мне бы так быстро бегать от своих проблем. Бля, билет восьмерка. Главный тренер. Ну, давай, добивай! Ну, ей! Молодцы! 24. Такая многоходовочка была, не стакнула, потом вот просто оттуда. На видео. World Star Hip Hop.
Ой, зеваки. Ракета есть! Ракета есть! Все, пошел? Давай, пока-пока. Good luck. Тебе удачи. Игра. Я так сильно орала за песни, и все-таки Витя... Мне так хотелось включить, когда Витя уходил с этого матча, когда он 10 или 15 минут не мог просто уйти. Я говорю, давайте же все, выходите. Мне хотелось просто поставить эту песню, типа, что с намеком, давай, Витя. Витя, надо выйти. Я вообще не понимаю смысл этой песни, никогда не понимала. Ну, типа, надо выйти, Витя, да, и что дальше? Да, смысла нету, типа, это под все, мне кажется, очень мало смысла. Там смысл искать бесполезно, потому что, во-первых, меня это просто нужно наслаждаться. А то самое, что Fire нет Wi-Fi, типа, то же самое. Да, это то же самое, человек, вот чувак, то же самое, что поет Витя, надо выйти, под Fire нет Wi-Fi. Spotify? Это фишка, да, Spotify. Это фишечка его. Потеряла мяч. Да ну нах. Что? Давай, Женя, вставай! Так, я прохекала мяч. Офигеть, он опять побежал, он вступил опять. Молодцы! Прям выбил, вытащил из ворот. Восьмого по ногам бейт. В следующий раз Виктор не прием будет по ногам бейт. Случайно так проходит, знаешь? Ой, я случайно тебе ногу сломала, да? По коленке, типа. Коленные чашечки. Иди-то, блядь! Скать! Это твой! Это твой! Саня, забегай!
Stretching. Stretching. Тоже хочу так сделать. Там не видно мне тогда, я когда снимаю. Из кармана? Да не из уха. А, из уха. Мне просто раздражает больше. Порвать еще можно какие-нибудь эффекты сделать. Вообще, я ты можешь бизнес открыть.
Опа. Это значит дополнительное время. Нет. А? Это значит дополнительное. Нет, не будет. Ну все, мы выиграли. Типа как мы достали. 4. Все равно прохекали, да? Чего уж там? Они уже время тянут просто. Так, нет, не надо сюда. Блок. Я не знаю.